друзья, с вами Бадди и Сет. Привет. И мы продолжаем проходить кооперативные миссии в Far Cry 3. Прошли основные 6 глав. Теперь начинаем то, что идет в качестве DLC. Две дополнительные главы. Первая из них — Искупление. Да, DLC Dire Tide, по-моему, называется. Высокие волны. Еще же мы будем искуплять. Это прилив, насколько я знаю. Ну, наверное, локализаторам лучше знать. Ну, учитывая, как они называют фильмы и игры, я даже уже к ним претензий не предъявляю. Такие названия придумывают, что хоть стой, хоть падай. Мы уплывем с острова, но в обмен вы поможете с пиратами, да? Подожди-ка. Может, просто свалим? Согласна с Каллумом. Так будет проще. И попроще украсть у цивилов, чем драться с плохими парнями? Разобравшись с пиратами, мы поможем деревне сегодня. Но это не навсегда. Благие дела не окупятся. Ганди прокатило. Нахрен Ганди. У Ганди. Эй, я стал копом не потому, что ложка варенья превращает говно в десерт. Просто я думал, что говнюкам место в могиле. Согласен. У них же семьи. Нельзя так. Ничего, ты добрый какой. Какие ну, а ты думал. Каллум. Ладно. Замочим гондонов. Я предлагаю эту серию так и назвать. Говнюкам место в могиле. Хорошая фраза. Сильно. А может лучше замочим гондонов? Нет, ну надо соблюдать немножко приличие. А давай. Понеслась. Я уже не раскрашен. Смыл все с себя. Когда-то это была славная и набил золотые купола на спине наколоты. Душу мою радуют. Сегодня вы все сможете изменить при помощи огня. Уничтожьте плотину и плантацию. Опять когда бандиты вас. А ты не в курсе, еще будут, да, выходить эти миссии? Да, должны, по идее. Пока первая DLC только вышла. Ну, если что, будем проходить их потихонечку. Так. Но это вышло, я не знаю. И традиционный вопрос. Стелс? Стелс. Давай, из РПГшки. Традиционный ответ, стелс. Я жду твоего залпа. А, ты уже там? Я думал просто начать сразу со взрыва. Ну, просто стелс. Так, вижу одного. Хорошо. Вот, это был стелс. Он, правда, перед этим очередь из калаша успел выпустить, но... Убил я его в рукопашную. Так, что-то нормально у тебя, справляешься? Ты да, нормально. Очереди летят в разную сторону. Это же ВАСовские, они... Ну трещи. Да, по сравнению с теми. Мелкие, слабые. Беззащитные. Плюют еще после смерти. Это нормально. Кажись, кончились. Ну да, это заправка, что ли? Так она направо, да? Я что-то... Куда здесь стрелять, чтобы был большой бадабум? Никуда. Жаль. Остались они без керосинки. Так, слева домик какой-то. Сейчас по-любому выбегут. Нет, пусто. Ну они... А чё это вы сразу говнюка такого убить? А говнючку не хотите убить, что ли? Снайпер! Нет, они меня хотят взять в плен. Эх, снайпер меня коснул. Аккуратно, аккуратно, смотри, чтобы тебя тоже не коснул. Я сразу отхожу. Оп, благодарю. Чудо. Готов. Какой ты отчаянный. А что делать? Кто говорил, что будет легко? Так, пометить его можно, нет? Ты, падла, выскочил. Я только снайпера хотел снять. Так, что-то у него одна башка торчит. Ты снял его? Да. Давай уже. Сжечь дотла? Еще один снайпер. Да, я вижу. Ну, из пулемета тяжело с такого расстояния попадать. Я в него несколько раз попал, но он, по-моему, еще живой, да? Да. Готов. Работ у нас две. Это одна из них. Работай! Чё? Чё такая борзая девка такая? Чё за наезд вообще был? Ещё снайпер. Вторую серию подряд наезжает что-то на моего. А, да, вижу.
Ну ты понял то, что жизненные принципы немножечко разные у наших героев. Ну да. Учитывая, что мой русский... Ох, меня высек снайпер. А нет, здесь это охрана турель прямо передо мной, где я лежу. Там пулеметчик. Угу. Ты... Как ты там оказался? Да я сам в шоке. Я в другую сторону вообще побежал. Две турели, аккуратно. Да что ж такое? Да ё-моё, живучая ты, падла. Еще один к турели бежит. Так, у меня половина. И снайпер по тебе целится, поэтому сразу отбегаем. Помогите. Там еще все, вижу. Джиггернаут. Благодарю, ты меня очередной раз спас. Джиггернаут? Да. Иди он. Ну, покажите мне этого гада. Видишь? Видишь? И я видишь. Но я заблудился. Тут столько конопляшки. Здесь дырка есть. Нам наверняка понадобится. Здесь столько конопляшки, что ты аж заблудился, да? Так, где-то здесь. Ой-ой-ой, патроны кончились. Смеялся. Где снайпер-то? Ну, он где-то на вышке, аккуратно. Они что-то со всех сторон. Вон снайпер. Так, где-то сзади еще бегут, не слышу смех, ладно. Так, промазал. Так. Да сдохни ты! Заряжаю! Давай. Джаггера убил? Нет. Ай, сзади дробовик. О! Ой, плохо. Это плохо, да, потому что я только выстрелил в этого. Джаггера убил, поворачивайся, меня уже тут и поджидают. Далеко, далеко. На лугу пасутся ко. Косули! Ладно, сейчас быстренько подбежим. Так, вот сейчас будет снайпер, первый снайпер. Не высовывайтесь. Слушай, а врагов-то нету. Снайпер есть. Ну... Они просто про нас еще не знали. Мы могли сейчас подойти тихо. Граната пошла! Укрытие! Здоровяк атакует! А я как-то глаз вообще. Ой, снайпер. Заряжаю! Один готов. Ты о снайпере сейчас? Нет, а просто он снайпер там справа еще живой. Так, ну, так, снайпер, ну, Джаггер, Джаггер, по-моему, идет. Не вижу. Вот полоска, да, появилась. Щекотно. Заряжаю! Пригнитесь! Здоровяк идет! А, моя мимо полетела. Да ё-моё. Снайпер, не высовывайтесь! Патроны. Давай, твой снаряд должен его добить. Хорош. Да. И кончились патроны как раз на это, на ракетнице. Так, снайперы всех высекли. Предлагаю идти по правому борту. Еще... По да, левому давай, в тот давай, раз давай. Как-то не вышло. Там просто патроны есть, поэтому... Патроны там спереди. Угу, прям за турелью. Там просто кнопку, видишь, нажать надо. Значит. Тут он так ржет дико. Это легко. Дробомет. Снайпера убил. Ай-яй-яй. Откуда взялся? Я крикнул на всякий случай. До а, не могу. До меня не долетело. Я далеко. Да я даже... А, вот так, сзади вроде чисто. Сзади только конопля. Ты там не заблудись в этой роще. Да не, я просто пытаюсь. Откуда они берутся тут? Прикрывать твои тылы. Снайпера снял, да? А! Убили? Что-то я не понял, что это было. Да, дробовик, опять с дробовиком, мудак.
сейчас побегаю. Нам некогда. Какой-то ниндзя, блин. Спины, блин, обходит. Скотина. Снайпер, не высовывайтесь. Так, снайпера снял. Еще да один. Да, снайперов там бесконечно. Заряжаю. Вроде чисто. Там есть... Ой. Тут есть... Я понять не могу. Какие-то коллектаблс. А, подождите, склады наркотиков. У тебя есть? Я одну бомбу поставил. Нет, тут есть эти, такие руки нарисованы, их надо нажимать. Прикрывай. Нажимать на руки. Хм, хороший. Ну, я имею в виду эти, значок. Вот еще. Два из трех, но... А где еще? Сейчас найдем. Я слышу... А, вон, на сцене. Нашел? Я нашел, но тебе проще туда пройти, просто назад развернись. Вижу, вижу. Так, кто стрелял? Я. Все, нажимаю. Дело сделано, пора идти. Я не понял, как мы мирным жителям помогаем тем, что наркотики сжигаем. Вместе с деревней причем. Типа. Ну это не деревня, это. Ну я имею в виду, все равно, по идее, должен все перейти. Так, а что у нас с патрончиками-то есть? Нет? У меня 122. Где-то я подбирал, где-то здесь должно быть ищи. Ну я знаю, что в начале. Вот. Где стою? Сейчас. Тут. Вот. Там взрывчатка. Взрывчаточка. А патрончики. Блин, взрывчатка, которая за четырьмя стенами находится, мне показывается, а патроны, которые прям перед носом, я не увидел. Бывает. Догоняю. Что там видно? Кроме пыли дорог. Деревья. Идет там один аккуратно, сразу на него выбежишь. О, исчез. Мистика. Так, ну пока никого не вижу. Ты, видимо, увидел. За тебя аккуратно. Да. Меня убили. Вижу, вижу. Мне не нравится рукопашный. Опять с дробовиком мутило. Сейчас, сейчас сразу убиваю его. Хорош. Заряжаю. Так. Патроны здесь есть еще. Эй, вот патроны. Все чисто вроде. Да. Да, идем дальше. Тут написано Comb Again. Горячая вода. Они хотят соревнования. Ладно, сыграем. Давай, в чё будем играть? Из чего? Марио. Нет, меня волнует, из чего мы будем сейчас? О, лук, блин, нечестно. Почему? У тебя чё все нечестно? Я не пользовался луком в сингле. Так, надо пристреляться. Хорош. Довольно забавно. Как быстро она натягивает. Не то что, блин, Лара Крофт. Не, интересно, кстати. Так, когда придрочишься, маленько поймешь. Надо рассчитать, сколько тут метров дистанции. Да ё-моё, я за одним уже 10 стрел выпустил, и он так и не сдох. Так, а по нам тоже стреляешь, что ли? Да, это пофиг, он не сдохнет. Хорошо. Отлично. Хорошо бы сразу стрелой попасть, да, убить? Это, наверное, больше очки должны очков делать. Еще машина. Лук новый уровень получил. Лук-то доступен будет только на 47 уровне. Так что еще, новый уровень. Еще машина старый, справа. Так. И еще одна, да, даже. По одной траектории приезжают. Ну, они считают это хорошей идеей. Наверное. Ну отлично. Вот, нечестно.
Опыт, опыт. Сын ошибок трудно. Дома сижу и с лука стреляю. Со взрывными стрелами. А я в сингле вообще лук не юзал. Ну я так, пару раз поохотился с ним и забыл. Вот в Крайзисе или в Tomb Raider, вот там луки это хорошие. Ну да, в Ларе я тоже в основном с лука убиваю. Открытая СВД. Ну здесь все снайперки довольно такие тухлые. Ну не скажу, с которой снайперское соревнование у нас было, но нормально так. Убойная сила и... Да там патроны бесконечные были, конечно. Ну да, мне в принципе, да. Сейчас же, кстати, это... На днях должен выйти второй снайпер. Ghost Warrior. Надо будет заценить. Он разве не вышел? Нет, он, по-моему, 15 марта выходит. А я первый даже не играл. Я первый запустил, поиграл, по-моему, миссию, сказал говно. И ты думаешь, что второй лучше? Нет, я имею в виду заценить. Может, какую-то работу над ошибками провели. Чтобы было не такое говно, но... Я вообще считаю, что игра про снайпера должна быть именно аутентичной. То есть ты должен сначала где-то краса там, найти позицию, все рассчитать. Один выстрел, ты ушел. А не бежать, как мы, через весь лес, убивать 58 врагов, чтобы потом один раз выстрелить. Это же не бывает так. Ну, я предлагаю тебе играть в DayZ. А, ну, понятное дело. Просто... Нет, ну вот это очень похоже, но я имею в виду, вот если игра посвящена именно снайперам... Мне в лицо кинули... Молотов? Да. Но зато у тебя кожа теперь молодая будет обновиться. Все морщинки мимические исчезли. Я сейчас сдохну, крикни. Уже. Так вот. Найди взрывчатку, я сам не играл в DayZ, но из того, что я слышал... Как в него играют звук из игры, то это только там ползешь и там и все, в принципе, только ползешь. Нет, ну я играл, да, это интересно. Но там что интересно, что ты борешься за жизнь. То есть, не думаешь о том, что если ты умрешь, что ты просто загрузишься и будешь дальше играть. Там надо именно выживать. Нет, мне не нравятся игры такого плана, потому что там все слишком легко достается. Ну я бы не сказал. Ну вот, как играют многие, во всяком случае, находят сразу же крутое оружие. Так это люди, которые просто прочитали на форуме и побежали в одно место, нашли и сидят. Это не люди, которые проводят там месяца. Я вот играл, наверное, около месяца, я нашел какую-то снайперку, она была там, наверное, в ранге там, ну, посередине. Так я радовался, так что... Потому что я не знал, где ее можно найти. Я просто вышел с берега и пошел играть. Нет, а мне вообще, я бы огнестрел вообще отменил. Не, то ну, не, отменил, не то, что не отменил, а редким. Таким редким сделал, да. То, что на человека было бы вообще жалко пулю тратить. Ну видишь, это вопрос баланса. Если будет совсем сложно, то люди не будут играть. Ой-ой-ой, снайпера. Это слушай, будет я... для ценителей. Толчок залез, короче. С бомбой. С бомбой, да. Как в Fallout во втором. Ой-ой-ой. Так, двоих я снял. Там Джаггер. О, тут есть пулемет, сейчас сяду за него. Снайпер, прячьтесь! Покричи! Кричал. Там где-то да. Снайпер сидит, вижу. Слушай. Да. Снайпера снял. Джаггера сняли, нет? Да. Ну уже. Вот. Еще один. Покажись. Так, ну чё? Вроде все, я беру. Еще один. Ну ты сними его из пулемета, думаю, несложно будет. Да я тебе скажу, что с него стрелять тяжелее, чем с моей. Ну, у тебя, блин, штурмовая винтовка такой. Без задачи практически. А, снайпер где-то. Ай, убей его, убей его. Где? Слева. Ну, сейчас я умру. Клево. Вовремя. Ну не бывает все сразу. Так, готовься сразу стрелять. Если здоров, иди и сражайся. Справа. Нечем стрелять. Да где? Нашел? Да я-то нашел. Так, у меня патроны закончились. Вот что печально. Я пошел за пулемет. Возвращайся, 10 патронов. Да патроны-то у меня есть. Все, тут играем. Как бы надо
не отстреливаться, тупо взрывчатку ставить. Ну, понятное дело, давайте я за пулеметом, ты не сильно, наоборот. Я, ну, так, так мы уже пробовали. И меня убили. Опять? Нет. В тот раз. Я про то, что наш план не такой гениальный, как хотелось бы. Так, вот, я подобрал взрывчатку и... Присмотри за мной, говорит моя тёлка. Я на самую дальнюю ставлю. Что, он вообще пляшет, как Майкл Джексон. Ты что ж такой живучий, так не бывает, ёпта. Кого ты убираешь? Глюк какой-то был жесткий, я не выпустил. А, у меня было такое, да. Фиговую кучу патронов. Только у меня патроны не проходили вообще. Так, несу следующую. Давай. Давай, позаботься обо мне, прямо-то, есть парочка. Ау, прям висок, судя по звуку. Так, ну вроде пусто. Они серьезно хотят мне сказать то, что вот эту вот двухметровую бетонную стену они тремя коробками взрывчатки не, хотят? Не, ну если там большое количество тротилов, то почему нет? Если там есть этот... Килограмм тротилов взрывает. Уран, то да. Взрывает взрывная сила, то у него бешеная. А там-то сколько в этом ящике? Килограмм 10 можно положить. Так, ну, в принципе, все, по-моему, защищать меня не надо. Пойду пока патронов возьму. Лишь бы не защищать меня. Ну, а то. Все готово. Начинаем. Начинаем что? Найдите детонатор еще. Я где-то видел, кстати. Пробегал вон, да, он там. Я нашел. Давай. Сил-то хватит нажать, девчонки такой хрупкой. Слушай, ждать нечего. Используй детонатор. Ну давай посмотрим, насколько там было килограмм в тротиловом эквиваленте. Они ворота, видишь, взорвали, они не мост взорвали. А, нет, все вместе. Дамба какая-то.